У нас был привоз кожаных курток, модные косухи, молодежные, синие. Вот я сейчас одну открою вам, посмотрите, вот. Кожа красивая. Океан. Цвет лаванда пришел. Сразу показываю вам. Размерные ряды от 42 до 7XL. Сейчас одну вытащу. Покажу. О, посмотрите. Лаванда косухи, размер 42 и выше. Все есть. И вот голубая, покажу вот это. О, кожа, косухи. Океан цвет, очень красивый. Также в конец-то появились в классическом черном цвете косухи. Фасончики разные, фасоны модные. Баталы. Большие размеры баталы. О. Ну, сейчас одну покажу вам. Черная. Батала. Большие. И маленькие размеры тоже есть. До 7XL. Сейчас все развешиваем. Так, и потом появились вот такие еще. Ага, о, конфеты, подарок угостили нас. Белый шоколад. Так, кожаные куртки появились. Пока сюда их брошу, новые фасоны. Пуховики кожаные. Мужские. На пуговицах, на змейке. Так, вы за кожаной курткой, да? Угу. Сейчас. Посмотрим, я сумки сразу выкину. Так, сейчас секундочку. Так, какая куртка? Проходите сюда. Угу. Какая куртка вас интересует? А? Ну такая, чтобы легкая. Вот сейчас тут носить. Черненькая. Можно черную, можно коричневую. Косуха красивая появилась. Косуха, наверное, уже не по возрасту. Нет, это женский фасон. Практически. Размерчик 48. 52. А? Вы прибавляете плюс, да? Нет, ну давайте, 52 так... есть. 52 есть. О, ой, цвет красивый. Синий, что ли? Синий. Смотрим? Ну, давайте. А вот такой цвет, черный хотите? Нет, смотрите, вот коричневый, да. А. Ну, новый цвет. Да. Сейчас как раз это посмотрим. Я думаю, чем... 52 размер. Вот она. Прямая, классический, как вам нравится. Хорошо. Так. 52 написано. Поверните сюда, пожалуйста. Вот зеркало большое. По размерчику как? Я думаю, что чуть-чуть. Это хорошо. 54-й, значит, вы смотрите. Угу. Так, по размерчику как? Нормально вам? Ну, я бы посвободнее люблю. 54, да? Да. Как раз сейчас что есть. А вот он. Другой цвет есть. Цвет шикарный. Просто я думаю, с чем носить. А, черный с черным, с бежевым, с коричневым. Он ко всему подойдет. Да, вообще, к любому подойдет цвет. Вот, смотрим. 54-й. Смотрим. Так, а цвет я сделал еще какой-то. Сейчас посмотрим. Это самый красивый цвет вам выдаю сразу. Угу. К бежевому хорошо он будет, к коричневому. Ну да, знаете, да, все. Нормально? Да. Длина хорошая. Рукава длинные, конечно. Давайте ручки. Рука в запасом всегда идет. Угу. Так, нормально по размерчику, да? Да. Это новый фасон, вот только что пришло, сейчас отшили заказ. Я вижу, вижу, да. Шикарно, конечно. Вот если есть выбор по цвету посмотреть. А цвет какой? Черный смотреть?
Если есть что-нибудь коричневое. Коричневое связываться не будем, нет. Так, вот есть голубой океан, лаванда. Это самый хороший. Так. Ну черный надо искать, черный. Ну, если вам не трудно. Да. Не трудно. Мне нужен. Этот самый красивый. Удобно вам по размеру? Удобно, да. Возможно, ну и все. Удобно, да. Собирайте. С легкой руки, как говорится, починь. Сейчас ходить. Вот, да, все, да, продаем, да, отлично. Да. Так, а что туда поддеть? Легкий стрейчик можете поддеть. Тоненький. Да, ну, стрейчик тепленький, шерстяной, ангора. А поддели и тепло, до мороза спокойно ходите. Нет, я просто хотела еще что-нибудь посмотреть. Давайте смотреть еще. Давайте еще смотреть, да? Я вам просто самый лучший сразу выйду, чтобы вам не мучиться, не маяться. Если помучиться хотите, давайте помучимся. Давайте помучимся еще. Давайте. Сейчас выдаю еще одну куртку. Вот. Вот эту оденьте. Посмотрим. Вот тот мне цвет нравится. Какой? Этот? Да. Сейчас посмотрим. Это тоже все новое. Меховая. Нет, снимается. Это снимается. Это осень весна. А, то есть такая же, только с мехом. Да. Но цифра здесь подороже немножко будет. Угу. Смотрим дороже. Ну, давайте я посмотрю, как она будет сидеть. Потому что если она утепленная, нет? Ну, чуть-чуть поплотнее, а, да. А вот не надо. Не все. Все, это другое. Угу. Все. Тогда вот это то, что вы одели. Угу. Это самое лучшее. А это тоже утепленное, да? Нет. Вот это не... которая вот это вы. Нет. Такая же, как ваша. Сравниваем? Да. Фасон это все продали. Но вот это тоже хороший. Да. Нет, она мне нравится. Пока отвешивайте, да, себе. Да. Угу. Так, давайте застегнемся. Ну, там лучше, это, новый... это нравится? Нет, там лучше. Угу. Новый фасон. Она мала. Тут не дышать ничем. Угу. Слушайте, ну вы знаете, вот то получше, наверное. Да? Ну, там лучше, да, я вижу. Так. Ну, в принципе, я вас больше бы и не мучил, на самом деле. Да не помучаюсь. Вы... А? Помучаюсь, да? Да. Ну, давайте если посмотрим. Мне еще предложите, я сравню. Так, это у нас синюшник идет. Мы мерили, да? Угу. Так, 54 цифру еще, да, написано? Ну, да, 54. Максималка. Да, 54, сейчас. Да. 52. Так, 2 Excel. А ну-ка вот это набросим. Новый фасон. Так, это что, косуха, что ли? Нет, пластик прямая. Нет, я же вижу на косую. На косую. И не, мала, не важно, не важно. Вы смотрите сами, как вам нравится, не нравится. Нет, она очень молодежная. Так, молодежка пошла, надо дальше? Нет. Так, женский фасон, но самый лучший я вам, в принципе, выдал. Угу. Ага. Так, вот сюда подходите к большому зеркалу. Подходите сюда. Сейчас, секунду. Угу. По плечикам нормально, длина, ну, да, хорошенькая. Кожа разгуливается, не забывайте, будет свободно вам здесь.
Красивый цвет, благородный. На любую погоду вам. За сколько мне дают? Цифру вы сами сказали. И ценник выше. Давайте. Беру. Так, а кто это шьет? Турки. Так, я вас поздравляю с удачной покупкой. Молодцы. Пакетик я вам сейчас положу. Вот почин у нас сегодня. Кожаная курточка. Шубку мы продали сегодня. Уже молодежку. Клиент к нам приходил. Потихонечку начинаем трудиться. Ну да. Угу. Так, у вас как, карта или... Да, наличкой лучше. Лучше наличкой. Да, да. Все, пожалуйста, носите на здоровье. Хорошо. Хорошего вам настроения. Вот. За шубой ждем вас. Да. Хорошо? Шуба уже есть, но я в прошлом году у вас купила эту шапку. И очень довольна. Да? У нас, смотрите, еще пуховики женские сейчас появились на зиму, если надумаете. Хорошие, теплые, вместо шубы. Если шуба есть, можно пуховик переключиться. Вот, парки меховые. На молодежку надо? Мужчину одевать будем? Нет, не будем. Ну, мужики сами разберутся. Хорошо, спасибо. Да. Всего доброго, до свидания.